Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Фролов Юрий Андреевич, я хозяин эко-отеля в Пушкинских горах у Фролова и хочу вас пригласить отгостить у нас, когда вам заблагорассудится, как это говорится, прямо буквально в Пушкинских горах, это деревня Новоберезовка, там у меня находится эко-отель, на базе которой строится хозяйство большое и к тому же обучающий центр. Ну, многие меня знают, кто смотрит мои лекции, подробнее там можете посмотреть. Первые кадры я хочу сейчас показать маленькую крошечную часть нескольких озер уникального уголка природы, который находится прямо, буквально, так сказать, в небольшой доступности, скажем, близко от нас. Но потом, главное, я покажу вам, как устроены номера. Вы увидите фотографии, как, так сказать, они оборудованы, обустроены, и я немного прокомментирую. Еще в двух словах. Вот это озеро называется Белогули, очень красивое. Там много прекрасных таких диких мест природы, где можно подъехать с разных сторон. Ну вот, скажем, тоже в Пушкинских горах находятся вот такие там острова. Ну, интересное место. Очень красивый поселок дачный построили там люди. Так, вот это озеро, называется это озеро Каменец. Находится прямо через дорогу от нас, ну не так далеко. Буквально там пешком пройти, либо на велосипеде там 5 минут. Остров высокий, на котором расположен вот такой лабиринт, сделали его энтузиасты местные, причем сейчас этот человек является чиновником, но вот в славянской теме, в такой сакральной теме сейчас уже многие люди все-таки понимают, что, так сказать, мир, в котором мы живем, надо изучать, а не отмахиваться, и это очень интересно. Это лабиринт аналогичный, его сделали копию фактически того, что на Соловках, который еще Ломоносов изучал. Озеро прекрасное, красивое, находится прямо буквально рядом с нами. Но это другое озеро, которое в 10 километрах от нас, где ребята-энтузиасты будут летом делать большой лагерь, в том числе детский, кстати, устраивать очень интересные славянские, так сказать, праздники, ну и так далее. А проводить семинары и прочее. Об этом будет у меня в блоге объявлено обязательно. Здесь же у нас вид с Тригорского, это усадьба, находящаяся в 2 километрах от нас. Значит, с холма высокого, это берег речки Сороть, который вот так вот петляет, потом впадает в реку Великая, кстати, которая находится всего в 300 метрах от нас. А вот здесь вид из прекрасной вот, музея усадьбы Тригорская, вот вид на такое городище Воронич, где... В частности, вот здесь Савва Ямщиков похоронил, вот Сороть мы видим здесь, холмистые, действительно горы, видите вы сами, да, и какие прекрасные места, это вот снято еще, так сказать, ранней весной, еще в начале марта, даже, по-моему, чуть ли не в феврале, вот уже оттепель, капель, течет все это, вот усадьба, вот такие вот места. Ну, сейчас мы уже перейдем к фотографиям моего непосредственно дома первого гостиничного, который я вам хочу показать и предложить поселиться, приехать. А места есть там посмотреть, это просто мало сказать. Неделя нужна по-хорошему, чтобы увидеть все красоты, прочувствовать атмосферу и Михайловского, и Тригорского, и Петровского, где Ганнибалы, прадед Петра, да, и, так сказать, вокруг мест городище Велье. Я уж не говорю поехать в Изборск, съездить отсюда, однодневные поездки, приехать и там съездить в Порхов, древние крепости, посмотреть музеи, ну, это даже и речи не. Вот мой этот дом, в который мы приглашаем наших дорогих гостей. Мы входим в тамбур, в прихожую, вот сейчас мы войдем. Здесь у нас 3 двери, рукомойник, кстати, чтобы уже с чистыми, как говорится, руками, это правило гигиены, да, мало кто так делает, я решил это сделать, вот пройти уже к себе в левую половину, либо в правую, либо по лестнице подняться в мансардную часть. Мы мансарду посмотрим потом, а сейчас пойдем пока в левую половину, но до этого развернемся и посмотрим вот на вход. Ну, вот видите, такие обереги, это из одного Тверской усадьбы еще, значит, из имения вот такое зеркало, конечно, отреставрированное. Трюмо такое досталось, вот, ну, с другого вида ракурса. И вот мы поворачиваемся налево, и вот в эту дверь идем в коридор. Как бы вид из коридора левой половины дома. Это номер суперлюкс. Сейчас поймете, почему. Вид вот на вход. Датчик регулирования температуры. В каждом помещении можно индивидуально отрегулировать. Прекрасные экологичные светильники термоглаз. А это вот
Шкафы стенные, кстати, мебель почти вся, кроме старинной, которая здесь представлена, мы делаем на своем производстве в экопоселении, основателем которого я являюсь, который находится в Картошино, деревня такая, в Тверской области, в Ржевском районе. И вы сейчас, кстати, можете, если понравится, заказать эту мебель у нас. Пожалуйста, мы с радостью сделаем для вас и гарнитуры, и мебель, и кухонную, и любую. Вот мы находимся в большом зале, он 30 метров, здесь и кухня, и зона отдыха, столовая, прекрасный светодиодный 200 Гц телевизор, очень качественный. Здесь еще сейчас шкафчик будет стоять, просто он пока не привезен, уже готов. Два санузла, вот поменьше и побольше, где и биде, и очень хорошая ванна. Ну, собственно, сейчас вы увидите. Вот немножко с другого ракурса вид. Мы видим и коридор, вход, вот этот шкаф стенной, где одежду можно повесить, и кухню, кстати. В ней обратный осмос вмонтирован, и там два крана, как бы один уже вот вода после осмоса. Очень хороший холодильник Липхер, вытяжки. Все это сделано нашими сотрудниками. Великолепные деревянные стеклопакеты, они фактически тройные, мощные коробки по 22 сантиметра, блоки шириной. В общем, все виды пропиток, например, стены, это Бьёфе, это, значит, эту пропитку фактически пить можно, это немецкая основа, это на водной основе. Что касается покрытия нашей мебели, это, и вот, например, в частности, здесь панели вот этой ванны чугунной, это зар на льняном масле с натуральными колорами из растений, это пропитки. Ну, здесь, как вы видите, в большом санузле унитаз биде, подвесная полочка, где всякие аксессуары и прочее, вот прекрасные бронзовые краны и техника, значит, смесителей, ванны, естественно, чугунина тяжелая, по 140 килограмм они весят, если не больше, и удобный, так сказать, можно лежать, да, изголовничек, вот в другой половине вы увидите, он здесь тоже есть, просто снят силиконовый для удобства, чтобы лежать. Полочка, чтобы вода не стекала, еще одна для всяких жидкостей, шампуни. Кстати, все шампуни мыла мы предоставляем свои, экологически чистые, моего производства, которые основаны и созданы только на основе трав, и из масел именно, и эфиров трав. Даже основа делается наша, то есть никакой химии абсолютно. У меня упор на абсолютную экологичность, поэтому здесь. Но в данном случае мебельный вот этот гарнитур сделан из бука массива. Ну, как вы видите, все аксессуары есть, так сказать. Теперь вид на гостиную, столовую. Значит, шторки все опускаются у любого окна. Это старинная мебель. Вот мы видим из ванной. Здесь мы смотрим со стороны кухонного гарнитуры, мы видим две двери, это санузлы, а вот эти две комнаты. Давайте зайдем сейчас в правую, но сначала посмотрите, светодиодное освещение, причем не белое, которое в глаза режет, а такое достаточно теплое. Здесь, что касается, вот это и есть термоглаз, технология освещения инфракрасной, которая дает только инфракрасное тепло, греет низ, потом конвекцией воздух идет вверх, быстро обогревая помещение до любой удобной вам температуры. Очень свежий всегда воздух, что отмечают наши гости, потому что у нас специальный в стенах в качестве утеплителя, разумеется, не базальтовый вредный наполнитель и не прочие, которые выделяют фенолы и смертельно опасные прочие яды. Просто человек это не сразу, как говорится, заболеет, а спустя время. А у нас тут в данном случае биосинтепон, полы. Это то, из чего даже, ну, скажем, пищевые стаканчики полиэтиленовые делают, сырье абсолютно экологичное, не подвержена ни гниению, ни воздействию температур, ничего не выделяет. То есть, значит, более того, да, а полы все сделаны здесь, вот основа в комнатах, например, это прессованная ржаная солома, которая в два слоя, то есть залита, там более полуметра слой глиной с двух сторон залита, ну и, естественно, вот все пропитки, тунговое масло на полу. И вот, пожалуйста, мы заходим в комнату. Здесь мы видим кровать одинарную. Это натуральный толстый лен многослойный, который шили мастерицы здесь у нас. Вот смотрим с другой стороны, двухъярусная кровать. Мы ее посмотрим подробнее в другой половине дома, там такая же расстановка абсолютно. Вот еще раз смотрим на кухню. А в другую комнату мы войдем чуть позже, покажу вам специально в конце. Ну вот, на потолке видим светодиодное, мощное, хорошее освещение. В глаза оно не бросается, не режет, удобно. А дальше мы переходим в точно такую же половину, в гостиную-столовую правой половины этого дома. Это второй номер, суперлюкс. Стоимость их, кстати, сразу скажу,
очень невелика для такого, во-первых, размера площади, чуть ли не под 70, ну, за 60 метров, с двумя комнатами, двумя санузлами, с такой мебелью, техникой и так далее, всего 7500 рублей в сутки. При длительном проживании, возможно, скидки, мы их можем оговорить отдельно, конечно же. Здесь, посмотрите, великолепный такой шкаф. Он сделан еще крепостными крестьянами. Значит, у него интересная история, то есть ему более 150, даже 160 лет. Орех, дуб. Так, теперь мы видим, что, давайте посмотрим, развернемся налево, значит, кухня хорошая, просторная. Здесь тоже вся техника, холодильник, липкер, все, вытяжки, все есть. Быстрый нагрев печи, если кому нужно, значит, что-то приготовить. Вот мы наблюдаем опять-таки два санузла, тоже такие же. Значит, сейчас мы их посмотрим поближе, а пока, пожалуйста, большой, хороший, удобный телевизор, более кому это нужно 200 каналов, но понимаю, кто-то скажет, зачем телевидение в экологически чистом, согласен, но, как говорится, не спешить. Есть очень интересные каналы, там Russian Travel Guide, Моя планета, где очень интересные фильмы о природе, о, так сказать, других каких-то научно-технических интересных экологичных проектах. Кстати, есть отдельно такие. О строительстве очень интересно, есть, где можно подметить много тонкостей. Так что тут вот это я бы не стал спешить критиковать все подряд, только лишь потому, что телевидение показывает что-то плохое. Есть альтернативные каналы. Так, вот кухня, как вы ее видите перед собой. Кстати, удобный вот такой маленький дозатор специально везде. Наше моющее средство для мытья посуды, тоже экологически чистое абсолютно. Чайники и прочие техники. Ну, например, на чайнике можно регулировать температуру, например, не кипятить, а всего лишь догреть до 50, 60, 70 и так далее. Вся посуда есть, любые тарелки, сковородки, чар, все хорошего качества, все это, конечно же, есть для удобства, безусловно. Так, теперь санузлы, вот посмотрите, как это выглядит со стороны. Еще раз, значит, кухня, два окна очень светлых, которые можно, конечно же, закрыть шторками, опустить тканями из тоже льна. А вот этот шкаф близнее, резьба какая, да? Сейчас мы зайдем вначале в комнату. Вот посмотрите, левая комната, слева здесь поворотное зеркало, вот такая двухъярусная кровать, которая сделана на нашем производстве тоже. Очень крепкая, это мебель на века, только лишь разбить можно, ну, или как-то уничтожить, но ничего само не отвалится. Это великолепная действительно работа. Сейчас мы довели, ну, фактически до совершенства те изделия, которые вот делаем, тумбочки, вот. Пожалуйста, одинарная кровать была. А теперь вот другая комната, соседняя, большой стенной шкаф, вот такая двойная большая кровать. Вот вид на кухню, видите, какая огромная длина, то есть большие площади на самом деле. Это вот санузел большой, в принципе, мы уже смотрели в левой половине, аналогично, да? Вот показываю специально, чтобы видно было толщина стен, хотя стеклопакета здесь 22, вот эта коробка оконная сантиметра. Это тоже пропитка Заровская. Значит, фактически мы детали привозим вот на мастерскую моего коллеги. Кстати, сейчас мы тоже будем уже окна делать сами и двери, потому что ничего в этом хитрого с нашим умением уже и нашими станками нет. Но вставляются вот здесь стеклопакеты двойные, там триплекс, получается очень крепкое, теплое окно, относительно недорогое по себестоимости, но это уже потом расскажем вам в отдельном сюжете. Вот, пожалуйста, тоже все, что нужно есть. И розетки, и выключатели. Можно дополнительную подсветку включить, любую температуру выставить, какую будет комфортнее вам. Все экологично, гигиенично, абсолютно. Удобно, коврики мягкие, впитывающие вокруг. Ну вот, маленький санузел, пожалуйста, да, вот таким вот все образом. Ну а теперь давайте зайдем на мансарду и посмотрим номера для тех, кто хочет приехать в более экономичном варианте. Всего за 1500 рублей в сутки, и тем не менее, высочайшего качества все. Вы сами сейчас увидите. Лестница удобная, крепкая, специально усиленная. Вот мы поднимаемся наверх и видим, попадаем на такую мансардную, коридорную такую часть. Тут, значит, датчик. Не надо, кстати, в коридорах, проходных, в тамбурах включать свет. Все делается автоматически, как от датчика движения, когда человек входит, чтобы и руки не пачкать, и выключатели не пачкать, и не передавать теоретически возможные какие-то инфекции от одного к другому. То есть у меня с точки зрения гигиены предусмотрено все так, что вряд ли где-то еще так кто-то предусматривает. Ну, потому что я знаю, что это такое, кто мои лекции смотрел о паразитах, грибковых инфекциях, понимает. Поэтому у меня действительно настоящий не просто эко-отель, но и отношение ко всему
И, значит, я все предусмотрел то, что меня не устраивало в других отелях, чтобы у меня такого не было. Вот посмотрите, везде зоны, где можно, так сказать, что-то, значит, добавить, коммуникации какие-то, вот обслуживание потолков, боковых стен, все это есть. Но, ладно, это вот тоже обогреватель, который в бок наискосок несет тепло вниз, а потом конвекция, она восходит вверх. Освещение, оно разное здесь. Вот кухонная часть. Мы вошли как бы на кухню, в другую сторону развернулись, смотрим то место, откуда мы сюда попадаем в это помещение. Здесь можно приготовить себе еду. Здесь, естественно, тоже краны, обратный осмос. Все, что нужно, вся посуда, все, что угодно есть. Здесь два санузла, тоже два санузла. А теперь давайте, да, кстати, вот обратите внимание. Видите, здесь какая отделка сделанная? В цвет, фактуру, вот эта вагонка пропитки и мебели, которую мы делаем. Кстати, получилось, на мой взгляд, очень красиво. Всем, кто был, нравится, очень нравится. Кто-то говорил вроде как, ну, будет темное. Еще мы, когда не делали отделку, самой цвет, а потом получилось, что все сказали, да, был неправ, действительно очень красиво. И, кстати, что мы можем сделать, не только мебель под заказ, если вы захотите или передадите кому-то из знакомых будет нужно, мы можем делать всю отделку уже на производстве, а потом просто привозить готовое и смонтировать. Ведь как правильно сделать вагонку сразу, чтобы потом и пазы не были белые, когда она немножко рассохнется, какой бы сухой ни была, она всегда принимает, так скажем, особую влажность в данном конкретно вашем помещении. Вот чтобы этого не было, есть хитрости определенные. Это все условия цеха можно сделать, трудно сделать на месте. Ну и, конечно, мы ее также можем брошировать, придать текстуру и, значит, в любой стиль. А вот мы заходим в левую половину, так называемую женскую. Здесь таких 5 кроватей, так сказать, великолепных тумбочек, столы, парты, там, значит, столики, где можно писать что-то, значит, делать, да. Естественно, льняные искать у нас и шторы, и покрывало, все предметы. Вот мы с другого ракурса смотрим. Значит, специально, да, еще я не сказал. И в комнатах на первом этаже, я имею в виду в спальнях. И здесь. У нас специально нет нигде электрических проводов по сторонам, где стоят кровати. А только лишь из 4 с одной стороны есть. Вот я назад покажу, да, как здесь, к примеру. Именно для того, чтобы исключить абсолютно все электромагнитные наводки. Более того, чтобы человек хорошо спал, а отзывы здесь очень хорошие о том качестве сна, что человек получает, то есть какой заряд энергии, отдых настоящий, да, и, как говорят, как дышится здесь и как отдыхаешь, ну, это в том числе еще плюс природы, экологии, все правильно. Помимо того, то, что мы специально образом экранировали практически все электромагнитные поля, поэтому телефоны сотовые надо ставить в определенное место, чтобы, так сказать, они работали, потому что у нас здесь, кстати, что касается интернета, кто-то спросит, есть у нас вот на первом этаже в каждой половине точек по 6 проводного интернета. Я понимаю, разумеется, он нужен, и мне нужен интернет, и вам, но чтобы это было безвредно для здоровья, вот ноутбук или что, пожалуйста, прямо штекером, специальным разъемчиком, как к розетке телефонной, как раньше это всегда было, подсоединяется человек и работает. Сколько ему угодно, пожалуйста, интернет очень хороший. Но все должно быть экологично, и даже есть клиники, очень дорогие, кстати, безумные деньги, 1000 евро в день платят люди. Вот, например, в Швейцарии, где главврач, если оздоровится человек, переехать в здравницу, его хочет отель, а есть там, мне рассказывали, как просто сдают сотовые телефоны просто в стол, как говорится, специальный шкафчик, вернее, убирают, говорит, пользоваться можно только так, вот, значит, так, иначе, пожалуйста, милости просим обратно от нас. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, у меня эко-отель, а это значит никакого Wi-Fi, это значит никаких пластиковых окон, никакой химии, никакой гадости. А хотите это и почувствовать совершенно другое, во что мы уже, так сказать, забыли, отвыкли от чего и не можем прочувствовать. Ну вот приезжайте, увидите, услышите, почувствуете, как говорится, всем телом, всей душой. Так, значит, далее посмотрим с другой противоположной стороны. Мы видим вход и противоположную дверь, которая ведет в такое же помещение, но еще большего размера. Там уже не 5, а 6 кроватей. Да, это хостел. Здесь люди как бы находятся таким коллективом, но знаете, очень, тоже полагал, будет не совсем кому-то удобно, ловко. Нет, вы знаете, очень хорошо люди приезжают и дружатся, так сказать, и общаются. Ну и, конечно, это экономия, безусловно, очень хорошая. При этом качестве, ну, этого качества нигде нет, я имею в виду, но
по этим деньгам, это, конечно, очень привлекательно в этом плане, да. Так сказать, вот здесь 6 кроватей, здесь тоже столики, стулья, любое количество мы всегда добавить можем, если что нужно. Здесь телевизор, ну, собственно, и туда его по желанию мы людям ставим, просто многие и не хотят, но это, так сказать, пожалуйста, мы подстроимся. Так, что еще здесь вам показать? Ну, пожалуй, вот такой снимок при ярком свете, правда, он передает, значит, более красный этот снимок. Ну, это связано с светопередачей. А вот, пожалуйста, в санузле здесь вот уютный такой уголочек. Здесь и, кстати, очень хорошая и душевая, и все здесь, понятно, для удобства необходимого все есть. Видите, даже более чем нужно. Ну вот, пожалуй, таким образом, дорогие друзья, я вам это показал. По мансарде все. Мы спускаемся вниз, и вот та самая номер комната суперлюкс слева, которая... Вот давайте посмотрите, какая здесь красота. Ну, во-первых, какая кровать в стиле такого русского, ну как назвать это, сказочного, да, такого барокко можно назвать, но, в общем, в сказочном стиле. Естественно, с очень хорошим, удобным, а я не сказал, изумительные ортопедические матрасы из кокосового многослойного волокна. 20 сантиметров в высоту, даже 22, по-моему. Дорогие, очень качественные везде постельное белье. Толстое, качественный, натуральный, стопроцентный хлопок. В общем, ну, это я, конечно, особое внимание при подборе уделил и не считал здесь деньги в плане затрат, экономии там на чем-то, потому что вот для меня все-таки главный принцип, и эко-отель есть эко-отель, и я сторонник, как говорится, пословица, что мы не так богаты, чтобы дешевые вещи покупать. Это тоже правильно. Ну, а это вот прекрасная такая антикварная старая тоже мебель. Это еще наполеоновской эпохи. Великолепно отреставрированная. Вот такая, ну, как вы понимаете, абсолютно экологически чистая. Тогда просто другой не было. Вот такой вид. Ну, и мы смотрим вот на въезд на улицу. Там, значит, к нам на участок. А дальше вот гостиная. Ну, вот как раз вид на кухню, видите, тоже вот, где находится, тут много-много метров идти над дынью, то есть помещения большие. Ну и вот последний слайд, просто опять берег, высокий берег речки Сороти, Тригорская. Ну и что я вам хочу сказать, конечно, отдельно будет у нас сайт, а уже скоро запустим о нашем эко-отеле, что вокруг территории, площади. Мы там разместим много фотографий о прекрасных местах Пушкиногорья, о его легендах, там снимки и видеосъемки будут с интересными людьми разными, а там очень много интересных людей съезжаются как погостить, так и на постоянное место жительства. Кто тут только не побывал, кто тут только не был, и вы знаете, я, конечно, буду делать отдельные видео репортажи. Ну а вас пока приглашаю просто к себе. Вы видели качество, я надеюсь, наглядно отношение мое к делу видно. И, пожалуйста, обращайтесь. Почта электронная, пишите aravana@bk.ru, еще раз по буквам ARO, галочка ANA, это Аравана получилось, @bk.ru, это Борис Константин БК, да? Пишите о желании приехать, когда вы хотите, сколько людей приедет, где вы хотите разместиться, в суперлюксе там слева-справа, первый этаж, либо в мансарде тогда, сколько мест, на сколько дней, когда. Заезд у нас с 16:00, но можно договориться и ранее. Ну, а отъезд в тот день, когда планируете отъехать, до 12 часов, это стандартно достаточно. Что касается питания, прочих дел, вы видели, вы можете приготовить все, что угодно сами, взять с собой, есть холодильники, морозильники, есть все, что угодно. Это, пожалуйста, вы можете заказать у нас по нашему прайсу, по нашим чудесным биопродуктам, только заранее. Это сайт наш nadgard.com, правый верхний угол, там три прайс-листа общий. Там более 400 видов биопродуктов, которые вы можете заказать только минимум за 4-5 дней до вашего приезда. Или же взять с собой, что вы хотите, можно купить в местных магазинах в Пушкинских горах. Но уже летом, конечно, будут и наши продукты, по крайней мере, те, что выращены у нас на грядках, в наших теплицах, в зимних саду. Конечно, мы активно развиваем нашу зону отдыха большую, которая на моих участках, прилегающих к гостинице, да. Но это вы все увидите.
Что хотите спросить, спросите, напишите в письме. Ну и ждем вас, ждем. Всего вам самого лучшего. До новых встреч. Приезжайте к нам в гости обязательно.